Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 11 августа, мы уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам, забегая наперед. Сегодня у нас с вами праздник 11 августа, праздник Рождества Николая Чудотворца. Обязательно узнаете, что можно и чего нельзя делать, а также, что нам говорят народные приметы. Друзья, далее все более подробно. 11 августа Православная Церковь отмечает праздник Рождества Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в христианском мире. Хотя два основных праздника, посвященных святителю Николаю, широко известны и празднуются, это 19 декабря, день его блаженного Успения, и 22 мая, день перенесения святых мощей в город Бар, но Рождество святителя Николая не так известно. Этот праздник был возрожден лишь в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II, и с тех пор его празднование постепенно входит в церковную жизнь. Исторические источники не дают точного ответа на вопрос о том, когда было установлено празднование Рождества святителя Николая Чудотворца. Вероятно, этот праздник изначально имел местное значение в мирах Ликийских, древнем городе в Малой Азии, где святой Николай служил архиепископом. Именно здесь он совершил множество чудес, за что и получил свое прозвище «Чудотворец». Святой Николай был родом из Патары, города на побережье Средиземного моря, где его родители, благочестивые христиане, долго молились о рождении сына, которого они посвятили служению Богу с самого рождения. Впоследствии, в период крестовых походов, когда почитание святителя Николая распространялось по всей Никейской империи, праздник его рождения мог перейти и на Русь, где святой уже давно пользовался особым почитанием. Однако, несмотря на древние корни, традиция праздновать Рождество Николая Чудотворца со временем угасла, пока не была возрождена в начале 21 века. Святитель Николай Чудотворец занимает особое место в православной и католической традициях. Он считается покровителем моряков, путешественников, детей и несправедливо осужденных. Его жизнь была примером глубокой веры, сострадания и благочестия. Святой Николай прославился своей помощью бедным и нуждающимся, своей защитой невинных и многими чудесами, которые он совершил при жизни и после смерти. На Руси Николай Чудотворец был одним из самых любимых святых. Его образ украшал многие иконы и храмы, и к нему обращались за помощью в различных нуждах. В народе его ласково называли Николаем Угодником, подчеркивая его особую милость к людям. Празднование Рождества святителя Николая, хотя не такое масштабное, как декабрьское или майское празднество, все же сопровождается особыми обрядами и традициями. В этот день верующие посещают храмы, где совершаются молебны и службы в честь святого. Молитва к Николаю Чудотворцу просит его о заступничестве и помощи в различных жизненных ситуациях. Особое значение в этот день придается милостыне и помощи ближним. Подражая святому Николаю, который всю свою жизнь посвятил служению людям, верующие стараются совершать в этот день добрые дела и оказывать поддержку тем, кто нуждается в помощи. В некоторых регионах до сих пор сохранилась традиция раздавать еду бедным и сиротам, что символизирует заботу и внимание к тем, кто особенно нуждается в защите. Церковные службы, посвященные Рождеству святителю Николая, включают особые песнопения, молитвы, восхваляющие его подвиги и заступничество. В этих молитвах верующие просят у святого помощи в житейских нуждах, укрепления веры и духовного просвещения. Также 11 августа Православная Церковь чтит память святого мученика Калиника Киликийского, чья жизнь и мученичество стали символом несокрушимой веры и преданности Христу.
Святой Калиник, живший в III-IV веках, родился на территории современного юго-востока Турции, в то время часть древней Киликии. С самого детства он был воспитан в христианской вере, и с юных лет его душа горела желанием проповедовать Евангелие и обращать язычников к истинной вере. Калиник вырос в благочестивой христианской семье, где с детства впитывал основы христианского учения и искреннюю любовь к Богу. Когда он стал взрослым, то посвятил свою жизнь проповеди и миссионерской деятельности. Не страшась опасностей, Калиник путешествовал по городам и селениям Киликии, где с твердостью и убежденностью проповедовал язычникам имя Христово. Благодаря его словам и чудесам, многие отвернулись от поклонения идолам и обратились к христианству. Однако жизнь проповедника была полна испытаний. В городе Анкара, ныне территория современной Турции, Калиник был схвачен и представлен перед судом жестокого правителя Сакердона, известного своим непримиримым отношением к христианам. Сакердон потребовал от Калиника отречения от Христа и принесения жертв языческим богам. Однако святой мученик твердо отказался, заявив, что никакие мучения не смогут поколебать его веру. Отказ Калиника поклониться идолам вызвал у правителя ярость, и он приказал подвергнуть святого мучениям. Калиника жестоко избивали воловьими жилами и рвали его тело железными гребнями. Несмотря на все страдания, святой оставался спокойным и терпеливым, что приводило Сакердона в еще большую ярость. Одним из самых страшных наказаний, которым подвергли Калиника, стало обутие его в сапоги с острыми гвоздями внутри. В таких сапогах святого заставили идти пешком в город Гангр, где его ожидала смерть через сожжение. Путь был долгим и трудным, особенно для воинов, сопровождавших мученика. Изнемогая от жажды, они обратились к Калинику с просьбой и спросить у Господа воду. Жалившись над своими мучителями, святой с Божьей помощью совершил чудо, из камня забил родник. Воины, потрясенные этим чудом, прониклись уважением и сочувствием к Калинику и даже хотели отпустить его, но побоялись наказания. Прибыв в Гангр, Калиник с осознанием неизбежности своей судьбы сам вошел в пылающий костер, готовясь передать свою душу Господу. Но произошло чудо, его тело осталось невредимым. Это явное знамение Божьего промысла еще раз подтвердило святость Калиника. Позднее его тело было предано христианам, которые с благословением похоронили его. Святой мученик Калиник Киликийский стал одним из символов стойкости в вере и преданности Христу. Его жизнь и мученичество вдохновляют многих верующих на духовные подвиги и укрепляют в них веру. Святой Калиник является примером того, как через страдания и верность Богу можно обрести истинное спасение и вечную жизнь. В народном календаре 11 августа этот день носил название Калиник или Калинов день в честь святого мученика Калиника Киликийского, которого и вспоминают в этот день. Одной из самых примечательных традиций, связанных с 11 августа, являлись первые заморозки, которые в народе называли калиниками. Эти заморозки считались опасными для посевов, и крестьяне делали все возможное, чтобы защитить свои урожаи. Несмотря на то, что август считается еще летним месяцем, ночи же уже становились прохладными, предвещая приближение осени. В этот период на горизонте можно было заметить отблески зорниц, молнии, которые редко сопровождались грозовыми дождями. Ночи в первой половине августа часто были тихими и ясными, что придавало дню особую атмосферу. К этому времени уже начинала созревать калина, одна из самых почитаемых ягод в народной медицине и кулинарии. Из ее ягод пекли пироги, а также толкли их в меду, создавая полезное лакомство. Калина славится своими целебными свойствами. Ее кору применяли для лечения болезней почек, печени и желудочно-кишечного тракта. Ягоды использовали как противокашлевое и патогонное средство, а настой цветов помогал избавляться от кожных заболеваний.
Для девушек калина также имела особое значение. Умывание соком калины считалось эффективным средством для поддержания красоты и свежести кожи. Считалось, что калина дарит молодость и белизну кожи, и поэтому девушки, желая быть красивыми и белокожими, с утра умывались калиновым соком. Мужчины же верили, что прикосновение к стволу калины в этот день придаст им силы и здоровья. Однако с калиной нужно было обращаться очень осторожно. Ломать ветки или рубить это дерево 11 августа категорически было запрещено. Нарушение этого запрета могло навлечь на человека несчастье. Также 11 августа – это также было временем сбора даров леса. Жители сел и деревень отправлялись за грибами и орехами, которые уже начинали поспевать. В народе существовало поверье, что собранные в этот день грибы и орехи будут особенно вкусными и полезными. Знахари, обладавшие знаниями о травах и определенных магических словах, ходили по дворам и читали особые магические слова, чтобы защитить дома от воров и разбойников. В этот день они также проводили обряды, направленные на защиту хозяйства. Вера в магические силы и обереги была глубоко укоренена в сознании людей, и они старались следовать традициям, чтобы обеспечить себе и своим близким защиту. Согласно народным верованиям, в ночь на 11 августа ведьмы могут приходить доить коров, что приводит к тому, что животные начинают чахнуть буквально на глазах. Чтобы защитить своих коров от такого бедствия, крестьяне накрепко запирали хлев и вешали внутри обереги, такие как красные шелковые ленточки, цветы подсолнуха, чертополох и крапиву. Считалось, что именно эти магические предметы считались мощной защитой от нечисти и злых духов. 11 августа – это прекрасный день для того, чтобы углубиться в духовные практики и обязательно постарайтесь посвятить время молитве. Особое внимание стоит уделить молитвам перед иконой Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых. Николай Чудотворцем, как вы знаете, известен своими чудесами и покровительством, поэтому в этот день особенно важно обратиться к нему с молитвами о здоровье, благополучии и защите своих близких. Рекомендую вам посетить церковную службу всей семьей. Совместное присутствие на богослужении объединяет и укрепляет семейные узы, создавая атмосферу единства и духовного согласия. Посвятите свои молитвы мыслям о близком, попросите о их здоровье, физическом и финансовом благополучии. Это поможет вам настроиться на позитивный лад и осознать важность заботы о тех, кто вам дорог. Также люди, которые родились 11 августа, обладают особыми качествами, которые выделяют их среди других. Они отличаются гордостью, выносливостью, что позволяет им справляться с жизненными трудностями и достигать своих целей. Эти качества делают их надежными и стойкими личностями, способными преодолевать любые преграды на своем пути. В качестве талисмана им подходит топаз – камень, символизирующий мудрость, ясность мысли и силу духа. Топаз помогает своим обладателям сохранять внутренний баланс, укрепляет их уверенность в себе и способствует достижению успеха в делах. Сны, увиденные в ночь с 10 на 11 августа, имеют особое значение. Главная ценность таких снов заключается в том, что они могут демонстрировать ваши скрытые способности и таланты. Обратите внимание на образы и символы, которые появляются сегодня в ваших снах. Они могут подсказать вам, в каких сферах вашей жизни заложен потенциал для вашего развития. 11 августа в народе, известный как Калинов день или Калиник, он наполнен день множеством традиций, обрядов и суеверий, которые передавались из поколения в поколение. Этот день особенный, с ним связано множество запретов и предостережений, которые важно соблюдать, чтобы избежать неприятностей и привлечь в свою жизнь удачу и благополучие. Одним из главных запретов на Калинов день являлся запрет на обсуждение и принятие финансовых решений до полудня. Считается, что любые финансовые предложения, сделанные в первой половине дня, могут обернуться убытками или привести к серьезным разногласиям между партнерами. Это касается не только бизнеса, но и семейных финансов, так как конфликт из-за денег может привести к расколу в семье.
Мудрые люди издавна предупреждают, что в этот день лучше вовсе избегать обсуждения денежных вопросов, будь то дома или на работе. Даже если на первый взгляд предложение кажется выгодным, лучше отложить его на другой день, чтобы избежать возможных неприятностей. Также в этот день нужно с осторожностью и с уважением подходить к калине. Поэтому запрещено подходить к кусту калины с негативными мыслями или желать кому-то зла. Считается, что калина обладает особой энергетикой и может наказать того, кто осквернит ее своей злостью или дурными помыслами. Для незамужних девушек калина в день также полон особых ритуалов и запретов. В этот день девушкам нельзя умываться обычной водой. Вместо этого им рекомендуется собрать утреннюю росу с калиновых листьев и протереть ею лицо. Считается, что это поможет сохранить молодость, красоту и привлечь в жизнь настоящую любовь. Девушка, которая пренебрежет этим обрядом, рискует выйти замуж без любви или не встретить свою судьбу вовсе. Еще один важный запрет касался приготовления пирогов с ягодной начинкой. Калина в день допускается использовать для выпечки только ягоды калины. Считается, что такая выпечка не только принесет здоровье и укрепит иммунитет, но и поднимет настроение. Другие ягодные начинки, использованные в этот день, могут принести одни неприятности. Особое внимание в этот день уделяется сохранению целостности кустов калины. Ломать ветки этого растения категорически запрещено, особенно женщинам. Считается, что женщина, которая нарушит этот запрет, будет обречена на одиночество и никогда не найдет себе пару. В народе верили, что калина обладает особой силой, защищающей женскую судьбу, и нарушить ее целостность значит лишиться защиты и счастья. Калина в день – это время, когда нужно быть и особенно осторожным с деньгами. Большие траты в этот день строго-настрого запрещены. Считается, что те, кто нарушит этот запрет, рискуют потерять свое благосостояние и в будущем столкнуться с финансовыми трудностями. В народе говорили, что в калина в день лучше экономить, чтобы в будущем не пришлось жить впроголодь и влезать в долги. Также 11 августа важно контролировать свои эмоции и не поддаваться обидам, особенно на пустом месте. В народе верили, что обида, возникшая в калина в день, может привести к серьезным проблемам в любви и отношениях с близкими. Поэтому в этот день рекомендуется не обращать внимания на мелкие неприятности и сосредоточиться на поддержании душевного равновесия. Друзья, вот такой вот важной и ценной информацией мы хотели с вами сегодня поделиться касательно 11 августа. Мы надеемся, что наши народные приметы, подсказки помогут вам в жизни. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.